73 тысячи за хайер, якобы на 10 килограмм, в высоту он где-то метр с чем-то, я думаю. Страна Китай, это узкая, смотрите, 45 сантиметров, ну и за исключением вот этого винта. Огромная манжета, но ширина самого бака ровно на ладонь. То есть как у Bosch Max 5, 5-килограммовый. Только из-за того, что он в высоту на 10 килограмм. Это худшее соотношение габаритов и вообще размера бака. Она очень здоровая. По сравнению с обычной стиральной машиной, она реально большая. И куда она нужна, тем более Hire. Да. Никогда не покупайте Hire. Подшипники тут, при вот этом работе, при этой работе на 10 килограмм, я думаю, год-два и будете уже ремонтировать. У меня даже люк провисает. То есть, смотрите, видите, не попадает. Надо вверх поднять. У вас вот здесь вот потом выработка будет. С завода люк не попадает. Понимаете, это худшее соотношение цены и качества на 10 килограмм. Никогда не покупайте Hire.